Всем привет, приветствую вас на рыбалке World of Fishers. Мы сегодня на новой локации. Это у нас Евразия. Локация называется озеро Иссык-Куль. Для того, чтобы это озеро посетить, необходима лодочка. Она у нас есть, будем ловить. Сейчас мы денежки фармим. Ой, да где это? Ни хрена себе костюмы сколько стоят. Для вот этой штучки дозиметра. Но нам пригодится в дальнейшем, когда мы на одну интересную локацию в Чернобыле пойдем ловить. Да что ж такое не закрывается. Ну а сейчас мы и здесь. Устраивайтесь поудобнее, приятного просмотра. Давайте ловить новую рыбку на новой локации. Ну и все, не забывайте подписаться, порекомендовать друзьям. Вперед к ловле! Thank you.
Вы получили медаль. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Задача вы. Задача выполнена.
Друзья, вот, наверное, на этом все. Осталось нам не так-то много рыб выловить. Так, 7 рыб, которых мы еще здесь не ловили. И мы их поймаем в следующей серии, я очень на это надеюсь. Не забывайте подписываться, поставить лайк, если видео понравилось. Ну все, как всегда. Будьте здоровы, не болейте. До новых встреч. Всем пока-пока.